Славянске на Кубани стартовала спартакиада трудящихся города под девизом «За единую и здоровую Кубань». Проводится она уже в 12-й раз. За это время в ней приняло участие более 100 команд. Торжественное открытие спартакиада трудящихся прошло в детско-юношеской спортивной школе «Белая ладья». Участников соревнований поприветствовал начальник управления по внутренней и кадровой политике, социальной сфере и взаимодействию с правоохранительными органами городской администрации Сергей Мащенко. И самое главное для нас – это чтобы наш город был спортивный, чтобы люди занимались спортом и развивались. Также предоставили ему возможность, хотим предоставить отвлечься от ваших трудовых забот и немного пообщаться в неформальной обстановке. В неформальной обстановке коллективы сплочаются, конечно, лучше. В первый день спартакиады прошли состязания по шашкам и дартсу. В них приняли участие 13 команд, в том числе и новички. Трудовые коллективы Славянского филиала КубГУ и войсковой части номер 25-356. Мы в этом году принимаем первый раз участие. Нашему коллективу воинской части 25-356 дает возможность, чтобы не только преуспеть в ремонте, как вот наш полк, но и преуспеть в спорте. Наш девиз – преуспеть везде. От воинской части в спартакиаде приняло участие 9 человек. Пятеро состязались в дартсе, четверо в шашках. Каждая партия игры в шашки длилась по 5 минут. За это время необходимо было обыграть соперника, но не всегда это получалось. Представляла команда Славянского городского суда. Играла с командой Славянского кирпичного завода. Одержали ничью. Несмотря на этот результат, команда городского суда в этот день не осталась без наград. В соревнованиях по дартсу они заняли второе место, пропустив вперед команду Славянского филиала КубГУ. Третьими стали спортсмены сельскохозяйственного техникума. В шашечных баталиях среди мужских команд лучшими стали парни из РН «Краснодар-Нефтегаз». На втором месте представители Славянского электротехнологического техникума. На третьем – команда Славянского филиала КубГУ. Среди женщин победителем стала команда предприятия «Славянский кирпич». Серебро у Славянского электротехнологического техникума. Бронза у «Славянск-Эко». Следующий вид соревнований – плавание. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».